Делать добрые дела – это значит жить, быть настоящим человеком, которому не чужды слова «помогать», «боль» или «отчаяние». Эти слова не о ком-то, не про кого-то чужого, а про нас, про каждого из нас. Только вместе мы можем многое преодолеть, а самое главное – кому-то помочь. Сострадать и сопереживать – это те главные слова, которые каждый из нас должен знать еще с самого детства. Ведь только помогая и участвуя в чьей-то жизни, мы можем говорить о здоровом обществе. Протянуть кому-то руку помощи в таком огромном мире, казалось бы, незаметный, но такой важный шаг. Именно ваша поддержка может стать ключевой для какого-то одного человека, будь то взрослый или совсем маленький ребенок. В помощи и поддержке нуждается каждый. Одной большой командой мы должны сражаться со злом, чьей-то болезнью, которая способна унести целую жизнь. Помочь так просто – взять телефон, зайти на сайт фонда или отправить смс с абсолютно любой суммой пожертвования. Телеканал ЗАП-ТВ и благотворительный фонд «Спасательный круг» запускают новую акцию «Помоги ближнему». Каждую неделю мы будем направлять собранные средства нуждающимся в этом забайкальцам, которые оказались в сложной и порой безвыходной ситуации. Тем, кто не понаслышке знает, что такое быть на грани между жизнью и смертью. Спасатель.